Юлия живет в Звенигороде уже 16 лет. У нее 3 дочери. Старшей 12, младшей 4 года. Вместе с мужем и детьми она пришла на субботник по уборке стадиона «Спартак», неподалеку от которого и живет семейство Руновых-Щеголевых. Жители рады преображению территории. Когда кинули клич, что давайте еще сухостой почистим, потому что хочется и дальше продолжать вот этот начавшийся процесс, да, не дать ему угаснуть. Вот мы с детьми оделись и пришли. От нас, может быть, не очень много толку, но энтузиазма у нас, конечно, много. Это уже не первый субботник, организованный активными звенигородцами. В этот раз основные работы прошли за тополями, за футбольными воротами, на территории бывшей волейбольной площадки, которая давно не используется по назначению и успела зарасти. Жители, вооружившись ножовками, топорами и бензопилами, спилили сухостойные деревья. Ветки позднее уберет и утилизирует МБУ «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба». Сейчас очень хорошо дерево пилится, сухое. Снег сухой, ничего сложного. Все легко пилится, даже с помощью обычной ножовки. Кто смог, кто пришел. В принципе, как бы особо не рассчитывал, что зимой придут люди. Ну, как бы рассчитывал посмотреть, кто силен духом, не боится морозов и готов работать даже в морозы. В дальнейшем на расчищенной территории разместят спортплощадку для тяжелоатлетов. Планируется, что первые соревнования там пройдут уже в конце мая. А следующий субботник по настойчивым просьбам участников состоится уже 6 февраля. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».